Бонжур! У нас сегодня в осмотре кабриолет УАЗ 967М 1987 года. Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет. Что у нас наконец-то интересная машина УАЗ 967М. Машина, которая не только едет, ну, по грязи, но тяжело сказать, плавает тоже. Это военная машина, которая была думана для десантников, чтобы перевозить раненых, муницию и прочие военные нужды. Она реально плавает, вот эта машина, за счет вращения колеса. Нет ни винта, ничего, ни турбины, просто колеса крутятся. Эта тачка настолько герметична и продумана, что тут фонари, даже они военные, это думано для того, чтобы... Как она тут открывается сейчас? Подожди, аккуратненько, ее нельзя попортить. Она вот так вот ель, хоп, опустил. Это СМУ, светомаскировочное устройство. Бьет луч вниз, это раз. Во-вторых, вода сюда не попадает, они герметичны. В Советском Союзе что-то герметично. Лодки не герметичные, а фонарь герметичный. У него есть лебедка. Но прикинь, она не думала себя тащить тачку. Она думала для чего-то другого. Я сейчас думал, мы затестим лебедку, а мне сказали, не трогай, нельзя. Она думала, чтобы потаскивать раненых. Прикинь, здесь трасса на 100 метров. Но не машину. Может быть, мы все-таки попробуем, а? Мне интересно. У нас у Форда обычно считают, что колеса маленькие, это 31, это ты уже насмешище перед кем-то, там 33, ну ты нормальный уже, 35, ну, круто, 37, это уже вообще офигенно. 6,5. Это вообще ниже плинтуса, это... 6,5 на 8 на 13, блин. И это еще не оригинальные колеса, это большие стали, чтобы он лучше плыл бы. Еще интересная вещь про ТПК. Эта машина, как лодка, которая скручивается на трех частей. Она состоит из трех частей. Три ванны такие. И вот задняя, средняя и передняя. Они соединены вот такими вот трубками. Если заднюю часть какую-то затапливают, эта вода от зада перетекает в середину, с середины в переднюю. Где-то стоит насос, который, ну, он впереди стоит, который все это откачивает. То есть, если зад затапливает, он все выравнивает воду, и он откачивается. Для того, чтобы эта машина не затонула. Здесь сейчас, в данный момент, три сидящих места. Я не знаю, может быть, у него сзади тоже бывают сидящие места. Это надо спрашивать у хозяина автомобиля, он нам точнее расскажет. Но фишка тут такая. Короче, вот эти сиденья, это все складывается в пол, как в новом минивэне каком-то. Берешь что-то, жопку складываешь вперед, спинку так, чикс, и сюда ложатся носилки. В таком образе перевозят раненых. И они очень низко лежат, и центр тяжести низко тоже. Еще такая фишка в этой машине, то что если в случае какой-то там, не знаю, там перестрелка, что-то происходит, или какой-то там в объекте опасном едем, это сиденье, вместе, сиденье убирается, и этот руль опускается со всей этой колонкой вниз, между вот этих переключателей, и можно ехать лежа на ней. Несколько интересных вещей про эту машину. У нее есть даже бортовой насос, который откачивает воду с кузова. Вот здесь вот это отверстие, через него выливается вода, когда она собирается там внутри. Еще очень интересный нюанс. Говорят, не то что говорят, сказали, что видели видео, как россияки, не, хохлы, извиняюсь, украинцы, заезжали на этой машине задом в воду. Этого делать нельзя. Она как черпак набирает воду и сразу тонет. Только передом. Это нам обязательно предупредили. Ну что, кабриолет, я же сказал, капот снимается. Короче, тут двигатель стоит от Запорожца, сороковка. В4, извиняюсь. Короче, тут воздушное охлаждение и прочие интересные нюансы, несовместимые с водой и с этим автомобилем, как бы. Ладно, это как бы была вторая тема. Двигатель обычный Запорожца стоит. Единственная пара тут дополнений стоит, что стоит дополнительное охлаждение масла. У него есть холодный пуск, чему я очень удивился. Говорят, сюда наливается, вот сюда вот, можно поближе, пожалуйста, вот сюда вот, можно снять, да. Сюда заливается керосин, он как-то там нагнетается, всасывающий коллектор, и тогда в холодную погоду он легче заводится. Ну, еще тут мы пронесли, ё-моё! Слушай, тестовую лужу мы сегодня отменяем, по любасу. Я просто не расплачусь потом с хозяином этой машины. Тут чище, чем у меня в машине в салоне, блин. Да она новая, блин. We'll be right back.
План Б, если что-то пойдет не так. Есть хорошие новости. Маска не пригодилась. Я очень переживал насчет этого. Потому что мы когда заехали в воду, он очень сильно прокинулся на бок чуть. Ну, все-таки у него вес там, наверное, тонна может быть какая-то. Короче, классная тачка. По скриптум по ЛуАЗ 967 ТПК. Ничего много мы не можем рассказать, потому что эта машина статус ВС. Она восстановлена, она новая. На ней даже, может быть, и 100 километров пробега нету. Она несколько раз была на воде. И вот ради такого вот мероприятия нам ее дали выгнать отсюда вообще. А так, в принципе, до нее даже ежедневно дотронуться нельзя. Вот через эти окна на нее можно посмотреть или записаться на частную экскурсию. Человек, хозяин этого музея, проведет, покажет, все расскажет. Конечно же, мы не можем ее макнуть в грязь и затестить, как мы это хотели. Но это было видно, она на горочку тяжело. Я не знаю, как она в полевых условиях может себя вести. Потому что мы съехали, и она на горку, ну, очень тяжело зашла. Это мы вдвоем были, она чистая, все новое. Двигатель новый. А если тут будет два лежащих человека, пилот, еще какая-то амуниция, куда-то ехать, если будет еще грязь, вряд ли. Я думаю, и эта лебедка ее не спасет, ничего. Короче, классная машина.